Приветствую всех зрителей и подписчиков канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Рассмотрим с вами пятерку шуруповертов Ресанта. Рейтинг лучших. Все товары идут с Яндекс.Маркета, ссылки все будут в описании. Под этим видео можно будет перейти и ознакомиться. А первым в нашей пятерке идет аккумуляторная ударная дрель шуруповерт Ресанта. Вот такой серии, 7890 рублей стоимость. Максимальный крутящий момент 60 нанометров. Диаметр сверления по дереву 30 мм, диаметр сверления по металлу 12 мм. Весит 1 кг 350 грамм. Есть два аккумулятора в комплектации, также идет в кейсе вместе с зарядным устройством. Вот так выглядит зарядное устройство, ну, достаточно такое, скажем так, нежное, да, то есть поэтому аккуратно так, чтобы долго прослужило. Есть две скорости переключения, также есть реверс, есть прорезиненная ручка здесь, да, удобная как бы для использования. А также есть фиксация шпинделя, блокировка кнопки включения и лампа точечной подсветки. Есть реверс, тормоз двигателя, защита от перегрузок, регулировка частоты вращения. Патрон здесь идет быстро зажимной и максимальное число оборотов 1400 оборотов в минуту. Рейтинг здесь неплохой как бы для своей стоимости и своих характеристик. Поэтому он компактный, мощный, да, вот если взять из достоинств. Очень емкий аккумулятор, несколько режимов работы, цена соответствующая. А также с функцией шуруповерта справляется он на отлично. Есть набор бит, который идет в комплекте, 2 скорости и 18 уровней силы вкручивания. Поэтому даже вот как женщина может спокойно что-то скрутить, да, и не просить о помощи мужа. Поэтому как бы из недостатков критичного здесь ничего такого нет. Но за свою стоимость, мне кажется, тут к этому придираться особо-то и не стоит. Следующий у нас идет аккумуляторная ударная дрель шуруповерт Ресанта. Вот такой серии, 6245 рублей стоимость. В принципе, как и все стандартные шуруповерты Ресанта, идет два аккумулятора в комплектации, также идет зарядное устройство. Все это идет в кейсе, есть несколько бит, все, что идет, тоже точно так же, все это идет и в комплектации. Есть две скорости, индикатор заряда, блокировка патрона, ударный механизм, 50 нанометров максимальный крутящий момент. Максимальный диаметр сверления по дереву 30 мм, по металлу 12 мм. Весит 1 кг 300 грамм. Есть фиксация шпинделя, блокировка кнопки включения, лампа точечной подсветки. То есть, в принципе, из особенностей конструкции все у всех одинаково. Два аккумулятора и кейс в комплекте. Также прорезиненная рукоятка, быстрозажимной патрон, двухскоростной редуктор для удобства ведения различных работ, реверсивный механизм, также есть регулировка частоты вращения. Данным инструментом можно настроить регулировку под необходимую толщину материала. И работает от аккумулятора литионного. То есть, в принципе, как бы по характеристикам довольно-таки неплохо. Рейтинг также здесь достаточно высокий, да, при большом количестве отзывов. Отличный аппарат, как бы за свои деньги выполняет свою функцию. Аккумулятор неплохой и кейс очень удобный, да, не будет валяться, там все будет лежать, скажем так, на месте. Материал, в принципе, качественный, да, для своей стоимости. Там яркий фонарик, есть реверс, индикатор заряда, быстрозажимной патрон. Из недостатков есть... Бывают проблемы с батареей, что через месяц там начинает уже выходить из строя. У кого-то были проблемы с тем, что в первый месяц сломалась регулировка оборотов. Примерно после года использования сгорел мотор. То есть, ну вот в зависимости от того, насколько вы его нагружали. Если он не готов и не позволяет там, да, по своим характеристикам и силам вкручивать какие-то болты, либо же выполнять какие-то работы, а вы его напрягаете настолько, насколько он не может, то есть на максимальной мощности, то, конечно, тогда он долго вам не прослужит. Следующий у нас шуруповерт Ресанта, 2702 рубля стоимость, скидка 7% на Яндекс.Маркете, можно приобрести. Он у нас идет с питанием от сети, 25 нанометров максимальный крутящий момент, есть реверс, также регулировка частоты вращения, быстрозажимной патрон, 800 оборотов в минуту, максимальное число оборотов холостого хода.
Весит он 1 килограмм 300 грамм. И, соответственно, в комплектации идет он в коробке. То есть здесь как бы кейса нет. И питание идет от сети. Что касаемо длины кабеля, да, у данного устройства, то длина кабеля здесь идет всего лишь 2 метра. Как бы кабель очень короткий для какого-то электроинструмента, 2 метра это очень мало. То есть как бы это вот сразу можно сказать первый из минусов. А так он компактный, удобный, в общем, ну, неплохой вариант за 3000 рублей практически. Мне кажется, тут даже вот искать каких-то минусов особо-то и не стоит. Если вы за такую стоимость покупаете, да, вы должны понимать, что никаких сложных работ данный шуруповерт выполнить не сможет. Следующий у нас идет аккумуляторная дрель шуруповерт Ресанта, вот такой серии, 7688 рублей ее стоимость, 60 нанометров максимальный крутящий момент. Идет в кейсе, да, также идет два аккумулятора в комплектации и зарядное устройство, несколько сверл, которые также идут в данном кейсе в комплекте. Есть фиксация шпинделя, блокировка кнопки включения, лампа точечной подсветки, реверс, тормоз двигателя, защита от перегрузок, регулировка частоты вращения, быстрозажимной патрон и максимальное число оборотов холостого хода 1400 оборотов в минуту. Рейтинг здесь, в принципе, также неплохой, большинство отзывов все идут положительные. Кто-то говорит, что за такую стоимость можно было купить что-то другое, но, однако, что можно купить, как бы, да, никто даже и не знает, потому что, как бы, за 7700 неизвестно, что можно приобрести. А в данном случае, там, данные шуруповерты, да, фирмы Ресанта довольно-таки неплохие, потому что для домашнего использования это вот прям отличный инструмент. И мебель можно собрать, полки повесить, там, также можно и как дрель использовать. Даже металлический лист можно просверлить, то есть вообще вот как бы здесь все это в этом плане очень удобно. Поэтому для домашнего использования вот очень таки даже шикарно, я считаю. Ну и последний в нашей пятерке, Ресанта, 3390 рублей его стоимость, также у нас идет у нас проводной, работает от сети. Функциональный инструмент, есть регулировка крутящего момента, предназначен для закручивания и откручивания шурупов, саморезов, винтов, дюбелей и других видов крепежных изделий. Работает от сети 220-230 вольт. Допустим, из особенностей конструкции то, что шуруповерт состоит из пластмассового корпуса, а также прибор легко включить нажатием на кнопку переключателя. Кнопка переключателя служит для изменения направления вращения шпинделя, тем самым называется реверс, да? Также диапазон частоты вращения шпинделя переключается с помощью клавиш переключения скоростей. Данный аппарат оснащен функцией сверления. Для минимизации риска просверливания материала насквозь уменьшите давление на дрель и осторожно высверливайте отверстие. Не выключайте двигатель при извлечении сверла из просверленного отверстия. Это позволит избежать поломки сверла и заклинивания. То есть моменты такие, что, как бы, да, допустим, здесь расписана даже инструкция там, по использованию для того, чтобы данный аппарат прослужил дольше. Рейтинг здесь неплохой. Опять-таки, большинство отзывов идут положительные, и все пишут, что большая часть шуруповертов Ресанта все идут как бы для домашнего использования. Для профессиональной работы, конечно, никто никогда не купит, то есть такое устройство, оно долго так не прослужит. Поэтому, если постоянно есть электроснабжение дома, то не нужно ждать зарядки аккумулятора там, да, для того, чтобы 10-15 минут поработать. То есть в сеть подключили и сразу же можете работать. Вот, поэтому цена-качество и функционал, в принципе, все неплохо. Все товары, которые здесь представлены, все идут с Яндекс.Маркета. Ссылки все будут в описании под этим видео, можно будет перейти и ознакомиться. А это видео было снято специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Если оно вам было полезно, не забывайте ставить палец вверх, подписываться на канал, комментировать данное видео, лайкать. И всем до новых встреч, пока-пока!